Его преимущество в том, что он не думает, жить или умереть. Свободный от этих мыслей, он полностью сконцентрирован на борьбе. Малыш, тебе придется отказаться от надежды на жизнь. Наоборот, я не приемлю слово «смерть». Я тоже, малыш. Тогда чего же ты жить. При таком росте ему нелегко подниматься каждый раз, когда я его уложу. Погляди на него, измотай его ударами. Я так устал. Нет. Нет. Хайтьян должен был устать больше, чем ты. Успокойся. Этот негодяй испытывает мое терпение.
Зачем продолжать? Дай мне пройти. Ты забыл, что я тоже не боюсь смерти. Ugh!